Всем привет! Привет! Вы на канале. Привет, я Ника. И сегодня мы едем кататься на аттракционах с Никулей. Ник, и на лошадке, да. Это первый раз, когда ты едешь? Ты уже там была? Нет. Нет, ты впервые едешь. Кулечка, куда мама тебя собирает? Куда? На лошадке кататься? В парке бегать, гулять? Ты хочешь ехать? Да. А как ты будешь на лошадке кататься? На лошадке. Ох, как вот так вот прям оно будет цыкать, да? Так будет? Би-би-би. А ты думаешь, оно прям огромное? Да. Ну хорошо, посмотрим. Побежали? Да. Что еще подписчикам расскажем? Но это мы на лошадке едем. Тебе Пасху понравилось отмечать? Да. Яичками стукалась? Да. Как ты стукалась? Ух ты, ничего себе. А кто победил, ты или папа? Мама. Мама победила? Ник, вообще-то папа. Папа. Да. Не мама. Нет. Папа. Мы вышли. Небольшой ветерок. Прохладненько. Но солнце светит, на солнышке нормально. Да? Да. Кошечку взяла, да? Да. Угу. Ника выбрала поездку на автобусе. Как обычно, в принципе. Так. Доехали мы. Да, сейчас посмотрим, вообще работает он в такую рань или нет. Нет. Расскажи что-нибудь. Куда идем? Лошадка ей нужна. Лошадка? Говорит. Ник, ты интересно ждешь живую лошадку? Я подразумевала на карусельке лошадка. Ну что, Ника не стала кататься на карусельках, пока испугалась. Решили прогуляться, может, она надумает. Вон там уточки пошли. Николь, посмотрим. Ты испугалась? Да. Кря-кря, да? Как они говорят? Кря-кря они. Прогулялись мы. Да, поняли, по парку. Что еще ничего не открыто аттракционов. Но Нике грустненько, и мы решили ее порадовать и сходить в игровую с да. ней. Хотя бы на часочек ей побегать, там попрыгать на батутах. Раз у нас так не получилось, Ника вот сейчас перекусывает. Ты что ешь, Никуль? Пюрешку. Да. Еще просто холодно. Нет, ну они, наверное, погода. Вообще написано, работают с 10. Но по факту они только там надувают, все открывают, моют. Угу. Еще ничего не работает. Смотрите, она не терпит. Все, идем, побежали. Радостная моя. Да. Это тебе компенсация за эти за парк. Ты куда-то пойдешь сразу? Угу. Аккуратнее. Какая она радостная. Папа не будет прыгать. Интересно, выдержит меня? Нет. Какой вес выдерживает батут? А я. Давай ты. Не знаю, детки разные бывают. Ребят, напишите, кто знает, выдержит ли взрослого детский батут. Не знаю, может до 100 кг, а может до 50. Но дети разные бывают. 150. А говорят, счастье за деньги не купишь. 500 рублей, все удовольствие. Посмотрите, какая Ник счастливая. Ник, ты рада? Да. Тебе бы еще малину и ладу включить, наверное, вообще. Давай, Ника, давай. Давай, Ника, ты сможешь.
Давай, еще кидай. Ребят, посмотрите, как у Ники волосы наэлектризовались. Ник, ты воздушный шарик? Ты ежик? Ника! Давай руку. Давай руку. Давай руку. Куда? Куда мы вообще приплыли? Куда? Ник. А ты думал, легко сюда забираться? Давай. Аккуратно, жди папу. Ой. Я тебя тут не ожидала увидеть. Залезай, давай. Давай, давай, давай. Вы что, поедете с горочки? Я должна это снять. Аккуратнее. Садись. Жди меня. Жди меня, подожди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как тебе, папа? Вообще отлично. Еще пойдем? Они опять полезли на горку. Сегодня в этот раз папа с ней лазит на горку, а не мама. И Нике, походу, это нравится. Я тебя жду. Садись. Ты одна поедешь, а я как буду спускаться? Не важно, да? А папа будет съезжать? Нет. А как мне спускаться? Ну как? Опять волосы наэлектризовались. Ник, можно я поеду? Отходи тогда. Отошла. Еще дальше отходи. Еще дальше. Где мама должна прыгать? Страшно, как ты тут прыгаешь. Ну давай, так же падай. Страшно? Ник, а тебе страшно? Нет. Ник, бесстрашная? Ты туда будешь падать? Нет. Нет, больше не будешь падать. Добрая мама. Она тут в тебя кидает. Нет, Миша, она добрая. Ты как этот, как его, группа поддержки с помпонами. Мама, Ника! Ника, в нас бросают, Ника! Ника, в нас бросают! Ты на мою сторону перешла? Ай! Папу будем кидать? Давай в подписчиков кидать. Давай, кидай. Кидай в подписчиков. Молодец, давай толкайся. Ник, а тебе, тебе так идет? Ага, давай. Куда? Догоняй. Мама!
быстренько приехали домой, да? На тату ехали? Да. Угу. Ника очень голодная. Она раз 5, наверное, говорила, что она хочет кушать. Капризничала. Вкусный супчик мама делает, да, с огурчиком? Вот. Папа. И, да, и папа сейчас будет кушать с мамой. И вот она кушает рассольник. В принципе, часа ей хватило на то, чтобы в игровой поиграть. Попрыгать, ей уже наскучило, и мы поехали домой. Ник, это тебе извинение за то, что в парке так было скучно. Мы сами не ожидали. Нет. Не ожидали, что так будет скучно в парке. Ой. Ну все, уложили Нику. Ника заснула за 5 минут. Да. Стала бедненькая. Просто вообще она доедала, начала капризничать, и просто Ася повела ее укладывать спать, и смотрю, все там, минуты, да, 3-5, наверное. Теперь мы будем кушать, пока Николечка будет спать. Все, всем приятного аппетита. Да, всем приятного аппетита. Так, всем привет. Уже прошло прилично времени с того момента, как Ника поспала. Да, Ник? Мама уже поделала с папой дела. Ничего себе, ты все сделала? А тут что нарисовано? Номер. Молодец. А какой номер? 1, 1. 2. Что ты кушаешь? Хлебушек. Подписчиков угостишь? Корочкой хлеба. Угу. Спасибо. Давай, Николь, вместе рисуем. А, мне большой, ну давай. А я? А ты? Ну-ка, помаши подписчикам привет. Что мы делаем? Водой рисуем? Да. Очень удобная раскраска. Ника. Ника рисует? А папа разве не рисует? Да. Я пойду посмотрю пока, что мама делает. А мама у нас ведет стрим. Да, все дружно решили, что мне 70 лет. Да? Да, так. Тебе тогда 73, все. Кто хочет попасть в стрим на YouTube? Кто не понял, это камера. Да, смотрите себя в полном видео на нашем YouTube-канале. Привет, я Ника. Еще одно. Чуть не улетел, да? Куда? Да вообще чуть со стола не улетел. Нет. Ага. Ника, это кто? Вот это кто? Сова? Да. А это кто? Зайчик, да? А Мими. А это Мими, да? Молодец. А подписчикам воздушный поцелуй пошлем? Да не, мы еще не пока, мы с ним пока не прощаемся. Мы снимаем, что мы делаем вечером. К сожалению, на Ютубе заблокировали стримы, нельзя их проводить для тех, кто в России. Так что пока наши стримы вы можете смотреть в лайке. Мы будем периодически в лайке вести. Единственное, в лайке самый минус, что нельзя показывать маленьких детей. То есть Нику вы не увидите, но мы отвечаем на ваши вопросы. Я либо Ася. Так, ребят, после проведения прямого эфира Ника искупалась, выпила вот молочко, все прям допила, умничка. И сейчас... Там у нее молочная каша. Да. И все, сейчас мы будем укладываться уже спать. Она вот так ко мне залезла, хочет посидеть в обнимочку, но я ей не мешаю. Вот такой у нас день получился. Немножко вечер скомканный, немножко... Все пошло не по плану, скажем так, как мы планировали, но это жизнь, что делать. Все, вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, обязательно на все ответим. А воздушный поцелуйчик? Ма! А скажи, подписывайся на меня. Пси! Пси? Не. Подписывайся? Не. Скажи, ты подпишись. Пи! Подпишись. Пия.